спонсор видео RBX Camp. Лучший магазин робоксов для вас и ваших друзей. С курсом за 1 рубль почти 3 робокса. Также не забывайте кликать сюда, чтобы вступить в группу ВК и в сервер Дискорда, где проходят постоянно мини-розыгрыши робоксов. Главное, не попадись к мошенникам и проверяй, как пишется rbx.camp. А лучше просто кликай по моей ссылочке в описании. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Джоз. И сегодня мы пришли искать новые морфы на шлёпу в Роблоксе. Вышло у нас, значит, здесь обновление. Смотрите, сколько у нас, целая куча новых морфов. Вау, смотри какой. Что это за лев? Это тигр. Или это тигр, этот лев. Лавовые шлепы есть. Флопа здесь написано. Смотри. Флопа, 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 флопа. Лунный, вау. И читерский. Класс! Сегодня мы будем все это искать при поддержке твоего лайка, конечно же. Не забывай ставить лайки. Давай под этим видео тоже наберем 500 лайков. И также не забывай подписываться на канал. А я побежал уже здесь искать. Это ты кто? Что меня путаешь? Я думал, я уже нашел здесь какой-то крутой скинчик, а его, оказывается, здесь нет. Ну-ка, я могу бегать? О! Я могу бегать со скоростью света. Пям-пям-пям. Я уже превращаюсь в Соника. Ну-ка, давай будем внимательно здесь отыскивать. Погнали на вершину этой горы. О, я вижу, вон там есть лава. А в этой лаве есть, наверное, лавовая шлёпа. Погнали смотреть внимательно. Здесь в травушке муравушки нет. Я помню, как прячут здесь у нас скинчики. Достаточно тяжело их найти. Надо супер внимательным быть, чтобы здесь все отыскать. Ну, давай, погнали по лестнице. Поднимаемся наверх. Это мне урон не наносит? Нет, вроде нормально. Смотри, здесь у нас такая лава. Давай будем внимательно искать. Ой, там есть даже спуск вниз. Ого. Но я думаю, мне надо подняться наверх. Здесь у нас вроде никого нет. На этом дереве вроде бы тоже никто не спрятался. А я поднимаюсь наверх, на вершину этой горы, из которой течет лава. А если из вершины горы течет лава, то что это получается? Это получается вулкан! Погнали сюда. Так, здесь смотрим. Вроде здесь никто не спрятался. Здесь у нас тоже вроде бы никого нет. И с этой стороны тоже. Тогда на самый верх сейчас поднимемся. Это самая верхняя точка карты. Смотри, вау, здесь кто-то прячется. Кто это у нас? Это... Ей! Лавовая шлёпа. Вот она у нас. Тяжело найти? Да, нет? Мне кажется, это было самое простое, что можно было здесь найти. Лавовая шлёпа. Вот она прям горит огнем. Погнали вниз, спускаемся в самый низ. Оп! Я спустился прям до пещеры. И что это за пещера у нас? В этой пещере что-то есть? Что-то прячется или не прячется? По-любому что-то есть. Не зря-то огромная пещера. Слушай, вообще пещера-то реально большая. Я знаю, кто здесь есть. Есть здесь кристаллическая шлёпа. Это 100%. Так что мы сейчас ее отыщем. Это я вам уверяю. Где она? Где она? Здесь? 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 Нет, вот есть кто-то, смотри. Это кто? Летучая мышь? О, да, это летучая мышка. Мы нашли летучую мышку. Так, вот она. Вот она, летучая мышь шлёпа. Здесь наверху кристалл и что-то вот дымится. А, это факел. Но я думаю, здесь нет ничего. Туда подняться, потому что нельзя. Но вот здесь, вот возле этих кристаллов, вполне себе может быть что-то интересное. Ладно, здесь нет, тогда идем дальше. Погнали, разгоняемся на скорости, бежим и ищем, ищем, здесь у нас нет ничего, здесь, вот смотри, я нашел зеленый кристалл, прям светится, но в нем тоже ничего нет, странно, давай здесь посмотрим, может быть здесь кто-то спрятан в стене на углах, нет, никого нет, тогда сюда. Побежали сюда. Здесь еще один кристалл. О, кирка, смотри. Горная. Горная шлепа. Шлепа-горняк. Шлепа-рудокоп. Вот он у нас. Вот. Мяу, мяу. Есть. Мы взяли его. Теперь у нас есть горная шлепа. Здесь у нас нет ничего. Так, давай вот сюда мы завернем. Здесь поищем. Здесь красные кристаллы есть. И еще какие-то есть кристаллы. Давай еще, здесь нет никого, здесь у нас тоже никого нет, и тут у нас тоже никого нет. Хорошо, тогда идем сюда, смотрим здесь, и здесь у нас, смотри, маленький кристаллик, и это
Это кристальная шлёпа! Вот она! Есть! Во, кристалликом покрыт! Все кристаллы бесконечности были собраны в одной шлёпе. Нет, не все. Раз, два, три, четыре. А всего 6 камней бесконечности, да? Погнали отсюда, выходим из этой пещеры, ведь мы нашли здесь все. Вроде бы как. Надеюсь, что мы здесь ничего не пропустили. Выходим из пещеры и начинаем искать дальше. А, кстати, пещера была прямо здесь, совсем рядом. Я нашел 4. Смотри, у нас есть АУФ. Это шлепа Кубик Чоп. Кубик Чоп, Кубик Чоп. Наверное, волк где-то в лесу. Серенький волчок и укусит собачок. Давай, идем сюда, по лестнице поднимаемся. Поднимаемся, вон я что-то вижу, там смотри, ушки какие-то. Какие-то ушки есть. Здесь у нас что? Здесь у нас, давай будем отсюда идти и смотреть с этой стороны. И по-любому здесь есть хотя бы одна секретная комната, в которую можно зайти и не выйти. Отсюда смотрим, здесь у нас ничего вроде бы нет. Здесь, кстати, может из стены где-то будет тоже торчать. Ушки надо смотреть. Ты тоже смотри, вдруг я пропущу. Так что напиши мне в комментариях, если я кого-то пропущу. Так. Здесь у нас нет никого. И смотри, у нас здесь есть вышка. Вот, кстати, вот здесь тоже может быть. О, смотри, я кого нашел. Это у нас, кажется, лунный. Лунная призма, да? Вот она. Оп, оп, оп. Запрыгиваем сюда. Отлично, лунная шлепа. У нас были солнечные, звездные, планетарные. И, не, планетарных не было, вроде я уже совсем борщинул. Вроде бы только лунная, а солнечная была у нас. Вот у нас луна, шлепа на луне. Поднимаемся наверх, ищем тут кого-то. И кто у нас здесь? Здесь наверху у нас какой-то дозорный, наверное, будет, да? Почему иначе он забрался так высоко? Здесь наверху я вижу никого. Нет, здесь кто-то есть. Кто-то здесь есть. Я тебя найду, я тебя найду, я тебя найду на вершине. Так. Стоп, стоп, стоп. Куда? Я вижу его. Я его вижу. Так, мне надо забраться наверх. Так, сюда давай аккуратно. Вот и сюда. Есть, есть. Это читер, это читер, это читер, это хакерский шлепа. Есть, самое главное мы нашли. Кстати, здесь есть описание. О нет, я надеюсь, что хакер шлепа никого не взломает. Подсказка: хакер шлепа находится на высоком дереве. Это дерево? Это дерево? Ну, теоретически это дерево. Деревянное же, деревянный мост. Деревянный. Хорошо, у нас теперь есть подсказки, друзья. И это супер классно. Вот, например, давай почитаем здесь. Вот, Кубик Чоп, подсказка. Найдите в лесу колосье. Ага, смотри, колосье, да, колосье. Есть подсказка. Хорошо, в лесу. Я как говорил, что он в лесу, значит он в лесу. Здесь у нас маленький домик, и это у нас... Кто это? Это Пигги! Это свинка шлепа. Есть. Смотри, где он у нас? Вот. Есть. Мы нашли свингу. О, сбитые в руках. Накажет любого. Кто подойдет к ней в дом. Она такая выходит, смотри. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг отсюда. Все, идем сюда. Давай, пэмч. Спускаемся вниз, кстати, с горы. Мы спустились, и может быть тоже здесь кто-то спрятан. Спускаемся, давай. Вот здесь у нас есть скинчик какой-то, и это ушки торчат. Это ушки, ушки, вот, это ушки. Кубик, как раз волчок, вот он у нас. Давай посмотрим, ауф. Прикольно, прикольно, прикольно. Идем дальше, здесь у нас нет никаких скрытых мест. А в лесу, я думаю, тоже будет немножко тяжеловато искать. Все-таки деревьев много, на дереве тоже кто-то сидит и прячется. Я в этом уверен. Кто-то на дереве, кто-то засел. Кто-то сидит там и ждет, пока мы его отыщем. У нас цветочек. О, какой миленький. Весь в цветочках. Отлично, вот смотри. Этот цветочек я дарю тебе за то, что ты поставил лайк и подписался на канал. Класс. Дальше идем. Дальше будем искать, на дерево запрыгиваем. О, по деревьям, смотри, можем вот так вот прыгать. И на дереве тоже кто-то сидит, да? Если мы можем по деревьям прыгать,
Вполне себе может кто-то здесь сидеть. Оп-оп-оп, и сюда запрыгнул. Да, смотри, по деревьям скачем. Вот здесь одно большое дерево. Ну, давай мы пока что слезем с деревьев, поищем у нас на земле. На земле никого не видать пока что. Поднимаемся давай на вот эти холмы. На этих холмах мы найдем какой-то красоты. Где у нас здесь? Нет ничего. Может, здесь повыше тогда кто-то прячется в камнях. Да, вот он, тигровый тигр. Этот тигр, этот лев. Давай, опа. Во, смотри, какой. Класс. Пушистый, наверное, еще такой мягкий. Шелковистый, хотел сказать, и упал вниз. И смотрим здесь, дальше давай. Вот, есть вода. В воде нас не сносит, это хорошо. Кстати, в воде может тоже кто-то прячется. Может быть, водный, рыба, шлепа. Ой, я нашел маркер. Маркер шлепа. Отлично, сколько всего? 8, 11 я нашел. 11, осталось еще совсем чуть-чуть. И мы отыщем всех до единого. Где у нас? Кто прячется? Вон, смотри, радужный у нас ездит. Мы еще радужного не нашли, а надо вот поискать, повнимательнее посмотреть. Вот здесь у нас есть кто-то? Здесь нет. Давай вон туда, на вершину нам надо забраться. Так, ускоряемся, давай. Ускоряемся! Побежали. И как мне туда подняться? Наверное, отсюда по камням. Мы поднимаемся наверх. Чуньк. Есть, и теперь на вулкан мы не пойдем, мы пойдем вот в эту сторону и будем искать здесь. Здесь у нас есть кто? Вот это, ты кто? А это кто это такой? Ты кто такой? А, это читер, я понял. Но читер-то мы нашли уже, тогда давай здесь посмотрим. Может, здесь спрятан, вот здесь. О, смотри, облачко. О, я не могу до него допрыгнуть, это облачко. Облачко, облачные шлепа. Хорошо, я понял. Так, отсюда мы тогда запрыгнем. Вот отсюда мы запрыгнем, пройдемся вот сюда. И здесь, кажется, я вот сюда могу запрыгнуть. О, да, здесь я могу запрыгнуть. Ну все, забираем тебя. Есть облачного, мы нашли. Вот он у нас, его было легко найти. Вот у нас облачный шлепа. Запрыгиваем сюда, дальше куда идем? Дальше, наверное, мне надо вон туда. Как-то надо туда попасть. Как-то... А, вот есть лестница у нас. Хорошо. Давай здесь мы посмотрим. Вдруг у нас тут тоже кто-то был спрятан. Вроде бы никого нет. Хотя на дереве, может быть. На дереве тоже никого не вижу. Тогда идем вот в этот конец. И там кто-то есть. Я вижу. Там кто-то есть. Давай поднимаемся сюда и забираем мы тебя. И это у нас... Что это? Это супер... Супермен шлепа! Супер шлепа! Супер-супер шлепа. Вот есть молнии. Прям смотри, какие блин, сверкают. И остался у меня, получается, так. Вот у меня есть бабочка. Найдите флопу бабочку у воды. Вода здесь рядом. Хорошо, а вот этот у нас где находится? Шар и лабиринт. Подсказка. Шар и лабиринт. Какой шар и лабиринт? Непонятно. У меня осталось две, получается, да, найти? Да, осталось две. Шар и лабиринт, и бабочка у воды. Ой, смотри, вот шар и лабиринт. Это вот это, да? А, вау, вау. Это вот этот шар и лабиринт. Я понял. Шар и лабиринт мы идем искать. Шар и лабиринт. Идем. Вот он! Есть! Радужный был найден. Все, мы оказались здесь. Радужного мы нашли. Давай мы его сразу заценим. Вот он у нас. Радужный шлепа получен. Идем сюда. Давай поднимаемся опять наверх. Он же бабочку у воды. Будем сверху искать. Будем искать бабочку сверху. Идем сюда быстренько. Пау. Так, а где у нас? У нас вода только в одном месте. В одном месте это вот здесь. Значит, возле воды есть где-то бабочка. Бабочка, внимание. Вот! Я нашел! Прикинь! Вот она, бабочка! Есть! Сидит бабочка у воды. Вот у нас бабочка. И... Ой, вот. Все, летать могу? Нет, летать не могу! Не могу взлететь! Я тяжелый слишком. Крылышки бабочки меня не поднимают.
Но давай берем мы читерскую шляпу. О, шляпа читер. Ну что ж, дорогие друзья, у нас появились подсказки. Мы нашли всех шляп в этой игре. Ждем следующего обновления. А ты не забывай ставить лайки, подписывайся на канал. Ну и конечно, не болей, не скучай. Пока-пока.